Ну, всегда говорил ему: Сережа, береги себя, сыночка, береги. Он смеялся, говорит: мам, понимаешь, это вот, наверное, везение. Вот. По мне, наверное, психиатричка плачет. То есть я с ним разговариваю вот прямо вот с первой секунды, наверное, вот. Как только я узнала. Что вы ему говорите? Что я его люблю. Чтобы он за нас не переживал, что мы здесь прорвемся. Он хотел в армию, причем вот папа его, значит, был, он тоже был военным. Никогда не жаловался ни на что. Вот. Помню, один раз пришел из школы, весь в синяках. Подрался сильно. Говорю: расскажи, что это, кто это? Нет, мам, я упал. И говорю: сынуль, ну так не падает. Нет, не скажу. Он заключил контракт, получается, сразу после срочной службы. Он нам позвонил 24-го, по-моему, и сказал: мам, мы на Украине, вот. У нас все хорошо. Это была ночь, то есть в 2 часа ночи. И я вот так вот: Сережа, Сережа! И все. На тот момент я, конечно, еще не понимала, что на самом деле будет все так страшно. Больше всего на свете я боялась услышать эти слова. Я помню, он мне написал в сообщениях: мам, ты была права, они фашисты. И еще он написал, что мы в любом случае, мам, их победим, и я вернусь. 22 июня. Многие у меня спрашивают, почувствовала ли я что-нибудь. Я просто в этот день заболела. Вообще не было причины никакой. Я очень себя плохо чувствовала. И я вышла на огород. У нас береза вот рядом с калиткой. И очень много было ворон на березе. И они каркали. И я смотрю на них и думаю: ну надо же, откуда же вас столько взялось? Ну, а потом они приехали. А у нас было так заведено, что если что-то вдруг непонятно, первый вопрос я задавала. Все живые. И нужно было услышать, что да. Я была на кухне и слышу, что кто-то заходит в дом. И я слышу, что это большое количество людей заходит в дом. И я кричу: Лёш! Все живые. И я поворачиваюсь и вижу, что их очень много. И Леша сделал. Ну, а там дальше все как положено. Организм сделал свое дело. То есть, естественно, наступил шок. Вот. Ну вот, спасибо огромное, то, что вот была скорая помощь. Я уже была в полной прострации. То есть я понимала, что что-то случилось. Я не понимала, что это случилось со мной. Я не видела лица людей. Вот, хотя людей было очень много. Мне кто-то что-то говорил. Вот, постоянно меня обнимали. В первую ночь, вот, когда нам сообщили, в 2 часа ночи я уже их всех уложила. И сама задремала, и вот Сергей мне тогда приснился. Но я его не видела, просто был голос. Он сказал мне: простите меня за то, что я погиб. Это флаг был на крышке гроба. И вот, как она... И
и они не стали его эту закапывать, а вот отдали мне. Отдали мне. Этот флаг оттуда приехал вместе с ним. Сергея привезли вот, в цинковом гробу с окошечком. Не понимала, что это он. Не понимала. Вот правда. Мне почему-то хотелось на тот момент поскорее, чтобы это все закончилось. Чтобы вот этот ужас весь кончился. Ну и вот мы его схоронили, Сергея. Ну и, конечно же, я заболела. Стала ходить вот просто как тень. Я не понимала, что нужно делать, для чего это нужно делать, как это нужно делать. Самое тяжелое было это утро. Я просыпалась, и я не помнила, что случилось. И потом вот это вот, такое ощущение, как будто через какой-то портал мне вот в голову, в мозг прям вот эта информация опускается. И вот это прям вот этот вот, ой, вот это ужас. Я очень долгое время мечтала о том, что все-таки это была ошибка. Придумывала себе всякие истории, что вот он сейчас где-нибудь в разведке, это нужно было специально так, вот он вернется, и мы все отдадим. Все ордена. Когда Сергей погиб, значит, через какое-то время мне звонят мои родственники. Валь, вот у меня тут вот спрашивают, а вы еще будете гуманитарную помощь собирать? А то вот люди хотят помочь и вот и боятся тебе сказать об этом. Боятся тебе сделать больно. Я говорю, Леш, говорю, вот так и так люди хотят помочь. Нужно, значит, организоваться, надо собраться, и, значит, надо это, узнать, что нужно ребятам сейчас нашим, созвониться с командованием части, все узнать, и, значит, объявить тогда уже сбор гуманитарной помощи, и, говорю, собрать, и закупить, и отправить. И вот тогда я от своего имени, со своим номером телефона, я выложила такой пост, что я, Валентина Лищенко, я объявляю сбор гуманитарной помощи нашим ребятам, и перечислила, что нужно. И очень много людей опять отозвалось, очень много. То есть люди, видимо, уже как бы, наверное, слышали вот про меня, наверное, фамилия вот, может быть, уже была на слуху, то, что вот Сергей погиб. И на тот момент очень много чапаевцев откликнулось. Вот, то есть простых жителей. И мы собрали за неделю 120 тысяч. Фото и видеоотчеты мы все выложили. И потом нам Дмитрий Жирайрович прислал еще оттуда от ребят видео, когда они все это выгружают из машины, все это раскладывают. И они говорят, ой, спасибо, Чапаевск, спасибо. Чапаевск, всем большое спасибо, все доставили, все в порядке. В целости, сохранности. Большое вам спасибо, всем привет. Чапаевск, мы вместе. И вот тогда вот я поняла, что мне от этого хорошо. Да. Что мне от этого легче. Вот. И тогда я вот решила, что не будем закрывать мы сбор гуманитарной помощи. То есть мы будем вот собирать определенную сумму, узнавать, что ребятам надо, закупать и отправлять. Муж поддерживает вас? Конечно, конечно. После того, как Сергей погиб, он через два дня, по-моему, на третий день он пошел в военкомат и написал заявление добровольцу Мэтти. Мы на коленях стояли, мы плакали. Я говорю, Леш, ну ты у нас остался один. Ну куда я, Саша, Васька? Ну что мы без тебя? Ну, кое-как. И то я там молила всех,
правда, прям, ради бога, не берите, пожалуйста, вот такая ситуация, мы остались одни. Я говорю, а уж если ты пойдешь, говорю, то я пойду вместе с тобой. Вот, ну а зачем мне? А потом мне позвонил Ринат Шарипов, вот, и предложил мне вступить к ним в инициативную группу «Чапаевск. Мы вместе». Я, конечно, очень обрадовалась, потому что я понимала, что все вместе мы сделаем намного больше. Она нас вдохновляет, и мы ее вдохновляем. Да, да. Им, конечно, вот, огромное спасибо. Помощь что, тоже прям от нее. Что они меня взяли в свою команду. Я им очень благодарна, очень. А за эти 2 месяца мы сделали огромную работу. То есть мы отправили столько помощи. В нашу часть РХБЗ мы отправили уже 4 КАМАЗа. Мы собрали более 2 миллионов рублей. То есть сейчас уровень совсем другой. То есть сейчас мы закупаем тепловизоры, квадрокоптеры, бронежилеты. Все очень хорошего, проверенного качества. Каждый день как на работу. Вот это все в скором времени уедет в сторону Донбасса. Сейчас движение – это ее жизнь. Это, возможно, ее... ей дитя, так скажем, да, в чем она себя видит, в чем она себя воплощает. Она ожила. То есть благодаря этому движению она ожила. Ну, она молодец. Я прям горжусь ею. Я бы так не смогла. Нет, честно, я бы так не смогла. Ну, мне сейчас еще до сих пор больно там. Нет, я слушаю новости, да, но сама лично я видеть это не могу. Мне больно. Я вижу военных и понимаю, что я еще тому же. Это больно, правда. Мы – щит, который вас защищает, а вы – рука, которая держит этот щит. И одно без другого просто невозможно. Вот, наверное, все-таки вот на самом деле вот трудные вот эти вот времена, они вот объединяют людей. Фашизм же, это на самом деле, это же очень страшно. Почему вот многие этого не понимают, я не знаю. Вот многие как бы до сих пор даже не знают, что вообще происходит, что идет СВО. Ну вот такие вот люди. Что сделаешь? Переубеждать никого ни в чем я не хочу. Не хочу тратить на это свою энергию. Я хочу вот заниматься только вот благим делом. Я стараюсь как-то вот этот весь негатив вот это вот от себя вот отметать. Не нужен он мне, не нужен он нашему движению. У нас смысл жизни сейчас заключается совсем в другом, чтобы помогать. Я всегда вспоминала вот с первого дня. Была такая вот у нас в Советском Союзе Епистиния Федоровна Степанова. У нее 8 сыновей погибло во время войны. И она говорила тогда, когда вам будет очень плохо, вы вспомните меня, и ваше горе отступит перед моим горем. Как пережить? Это не переживешь. Не, ну переживешь, конечно, да. Ничего с тобой не случится, но... Я не знаю, это очень больно. Очень больно. Только пережить это только... Принять это горе. Пережить его. Почувствовать. Смириться. И жить дальше. Но у нас есть... Наше лекарство, наше счастье, любовь, которую мы оберегаем и любим. А по-другому нельзя. Никак. Я думаю, он бы тоже хотел, чтобы мы посвятили всю свою любовь ей. И рассказывали, какой у нее замечательный отец. Горько, тяжело. Иногда думаешь, сейчас еще чуть-чуть, и я сойду с ума.
А вот начинаешь думать, вот, а как же вот они, а как же даже вот эти наши ребята, которые они сейчас там находятся, им же ведь сейчас тяжелее всех, они-то сейчас под обстрелами, они-то сейчас вот холодные, они, может быть, сейчас голодные. Некогда думать о своем горе, некогда. Они вот там жизнями своими жертвуют, жизнями. Что вот это мое горе вот по сравнению с тем, чем они жертвуют ради нас там. Я ему всегда говорю: Сережа, я тут еще нужна, мне нужно еще Василису поднять, а потом ее детей, а потом ее внуков. Так что мы собираемся жить долго и счастливо. Работы очень много. Вот. Ну и, конечно, сейчас нужно помогать нашим ребятам.